Есть вопрос, который очень часто задают, и пока есть несколько минут до вылета моего в Милан, я бы хотел его поднять и на него ответить. Этот вопрос: скажите, на чем зарабатывают блогеры? И я вам должен сказать, что блогеры зарабатывают очень по-разному, и какой-то единой схемы монетизации не существует. В то же время имеются определенные модели, и в той или иной степени каждый блогер работает с той или иной моделью или их совмещает. Существуют блогеры, которые зарабатывают исключительно на контекстной рекламе. Ставят себе рекламу Google и Яндекс и, собственно, с этого и живут. Но должен сказать, что много денег на этом не заработаешь. Хотя все очень сильно зависит от того трафика, который вы имеете, и от той ниши, в которой вы работаете. Есть блогеры, которые зарабатывают на контекстной рекламе до нескольких тысяч долларов. Есть исключительные случаи, когда блогер может зарабатывать даже десятки тысяч долларов исключительно на рекламе Google и Яндекс. Но если вы хотите идти дальше и вы хотите зарабатывать больше, то вам нужно использовать что-то другое. Например, или партнерские продукты, или создавать свои собственные продукты, или входить в какие-то совместные проекты с провайдерами услуг, и желательно дорогих услуг, или наоборот очень массовых услуг. И тогда ваш потенциал заработка будет гораздо значительно сильнее, чем если использовать исключительно рекламу. Когда я только запускал свой первый курс по тому, как создавать и монетизировать блоги, я исследовал несколько возможных ниш, несколько возможных сайтов, и в том числе натолкнулся на один очень большой женский сайт, который ведет женщина, блогер. Она очень успешна в наращивании трафика, и у нее ежедневно составляет посещаемость порядка нескольких десятков тысяч. Вдумайтесь в эти слова, посетителей, и в то же время она зарабатывает очень немного. Те цифры, которые она декларирует, составляют несколько сотен долларов. И, конечно, это неинтересный заработок. И, конечно, нет смысла наращивать так сильно посещаемость и так ее прокачивать для того, чтобы в конце концов зарабатывать несколько сотен долларов. В то же время существуют и альтернативные примеры, когда блогер может иметь трафик в несколько сотен человек в день и зарабатывать несколько тысяч долларов на этом. Если вы совсем понимаете всю цепочку касаний, как привлекать посетителя и как превращать его в последующем в клиента, то на блогах можно зарабатывать очень хорошие деньги. И этому в том числе посвящен мой курс, который сейчас мы проходим в рамках первого потока с моей первой группой, о том, как запустить свой собственный онлайн-проект и как правильно нужно к нему подходить для того, чтобы в последующем этот проект приносил вам очень хорошие деньги. На этом сейчас я закончу, поскольку мне нужно идти, меня ждет самолет. Но мы с вами увидимся совсем скоро в новых видео. Следите, подписывайтесь, записывайтесь на мой курс. И надеюсь, что однажды и вас увижу среди блогов, которые регулярно сам читаю. До скорой встречи!